Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня буду готовить вкуснейший салат леча из кабачков. Для этого мне понадобятся кабачки молоденькие 2 килограмма, 5 луковиц, кусочек горького перца, килограмм помидор и 5 больших перчин. Помидоры нарезаю кусочками и потом пропущу через мясорубку. Перекрученные томаты сразу выливаем в большую кастрюлю. Перчинки разрезала пополам, вычистила серединки, вырезала вот эту часть возле плодоножки. И сейчас режу квадратиками. Где-то сантиметра по 2. Сразу добавляем к томату. Перегородки тоже частично удалила. Лук режу произвольными кубиками. Горький перчик режу мелкими кусочками. Кабачки нарезаем произвольными кубиками. Разрезаю кабачок пополам. И нарезаю кусочками. Кабачки в сыром виде сразу все не помещаются в кастрюлю. Вот порезала сколько есть и поставлю уже прогреваться на газ. Доливаю 1/3 стакана масла. 1/3 стакана уксуса. Добавляю столовую ложку с горкой соли. 0,5 стакана сахара. Все немножко перемешать и довести до кипения. После закипания салатик накрываем крышкой и тушим 20 минут. За это время стерилизуем баночки, 4 штучки литровые. Банки и крышки провариваю по 2 минутки в кипящей воде. Через 20 минут салатик готов. Заливаем готовый салат в баночку. И закатываем. Вот такой салатик получился. Вышло 4 баночки. Попробуйте, приготовьте, вам очень понравится. Приятного всем аппетита!